Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Привет, Мила. Почему ты такая грустная? Признание. Мне кажется, что я пчеленку не нравлюсь. Да что ты, Мила? С чего ты это взяла? Конечно, ты ему нравишься. Да ты всем нравишься. Знаешь, что такое нравится? Вот, посмотри. Ну что, видишь? А что я должен увидеть? Что такое настоящее чувство? Как это красиво! Вот, послушай. Я вас люблю и от любви сгораю, и счастья без вас не признаю. Ведь каждый миг я лишь о вас мечтаю. Душа поет. Люблю я вас, люблю. Я ваш поэт, а вы святая муза. Я рыцарь ваш покорный, госпожа. Я вас люблю, и никакая стужа не охладит огонь сей никогда. Вот мне пчеленок никогда так не говорил и на колено передо мной не вставал. А это значит, что я ему не нравлюсь. Эй, пчеленок, быстрее сюда! Там Мила на полянке грустит. Грустит? Угу. Но почему? Мила говорит, что она тебе не нравится. Что? Да она мне, знаешь, как нравится. Только я стесняюсь ей в этом признаться. А ты не стесняйся. Вот увидишь, как она обрадуется, когда ты ей об этом скажешь. Но я не умею признаваться. Я тебе покажу, как надо. Сначала встаешь перед ней на колено и берешь в руки цветочек. Вот, возьми пока это, потом найдем цветочек. А теперь читай ей какие-нибудь стихи. Да не знаю я никаких стихов. А если самим сочинить? Мила, Мила, ты так красива, ты прекрасней... Нашей ивы. Когда гуляем мы с тобой, внутри я чувствую огонь. Здорово! Ты молодец, пчеленок. Теперь ползи. Что? Куда ползти? Ко мне ползи, как будто бы я Мила. Да не так. Ползи на коленях и читай стихи. Мила, Мила, ты красива, ты прекрасней нашей ивы. Слушай, а может быть, я своими словами признаюсь. Своими нельзя, тогда чувство не будет красивым. Мила, Мила, ты и так красива. Ой. Ну давай, пчеленок, иди к ней. Что-то мне не по себе. А, была не была. А, мы же забыли сорвать цветочек. Пчеленок, привет. Привет. В куличики играешь? Смотри, какие я замки построила. Здесь живет рыцарь, а здесь его прекрасная дама. Красиво. А что ты прячешь за спиной? Это тебе. Это мне? Ну, спасибо. Вставай на колено. Ты прекрасней нашей ивы. Мила, Мила, ты так красива. Ты прекрасна, как крапива. Крапива? Что же прекрасного в крапиве? Не хочу я никаких стихов. Я так все скажу. Мила, ты мне очень ой. Мой замок! Мила, Мила, я все исправлю. Мы построим новый. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Незнакомец.
она красивая. Лунтик, ты куда? Я сейчас. Бабочка, бабочка, давай с тобой дружить. Ах, Лунтик, мне некогда. Смотрите, какой интересный фасончик. Я же говорила, что в этом сезоне красный будет в моде. А вы умеете в мячик играть? Смотрите, смотрите, какая прическа. Я завтра сделаю такую же. А я построил песочный замок. Хотите, покажу? А, смотрите, какой красивый незнакомец. А какой на нем изумительный плащ. Потрясающе. Лунтик, иди играй в свой мячик или пикуличики. А нам не мешай. Что случилось, Лунтик? Я очень хочу подружиться с одной бабочкой. А ей нравится какой-то незнакомец из журнала. Что же в нем такого необычного? На нем красный плащ, шляпа и темные очки. У вас все носят темные очки? Ой, конечно, на нашем острове очень яркая луна. Главное, не забудь рассказать историю, которую мы прочитали в книге. Здравствуйте, а вы кто? Я вас раньше не видела. Это незнакомец с далекого острова. А я бабочка. Можно мне с вами погулять? Конечно, можно. Не стой, как истукан. Скажи что-нибудь. Можно продолжить прогулку. На нашем острове говорят, что луна сначала жила на земле. Это была прекрасная крылатая девочка. Ой. Очень похожая на тебя. Она носила голубовато-серебристые одежды и золотой венец. Это тебе. Спасибо. А звали ее Камилла. Она родилась из капельки росы. О, как интересно! А может, и я родилась из капельки росы? Никогда не обращала внимания на росу. В каждой капельке можно увидеть свое отражение. Хочешь, завтра покажу? Да, да, хочу! Дни Камилла проводила на берегу озера, любуясь своим отражением. А ночью она зажигала огни светлячков, и светлячки освещали путь заблудившимся странникам. Незнакомец! Я сейчас! Бабочка, ты где? Незнакомец! Потом Камилла сплела из лиан лестницу и поднялась по ней на небо. Там она указала каждой звездочке свое место, а сама стала луной. Как с тобой интересно! Правда? Я тебе нравлюсь? Очень! Значит, ты будешь со мной дружить? Конечно! Ура! 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 Ой! Незнакомец! А где незнакомец? Лунтик, это ты? Ты меня обманул! Прости, но я так хотел тебе понравиться! Светлячки ночью светятся. Какие еще светлячки? Это что, шляпки такие? Тут такие красивые фасончики. Как с вами неинтересно. А? Привет, Лунтик. Бабочка, привет. Покачаешь меня на качелях? И кто теперь скажет, что яркая внешность – это самое главное? Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Самокат. Здорово! Тут показано, как его делать. Точно. Смотри-ка, здесь соединяется. Сначала надо соединить эти детали, а потом... Нет, сначала надо сделать руль. Правильно, а колесики в самом конце. Так, начнем. Если их соединить, получится руль. Кузя, дай, пожалуйста, гвоздик. Сейчас, вот этот подойдет.
Немного правее. Вот так. Ребята! Ой-ой-ой-ой-ой! А когда же мы будем строить замок? Мила, не мешай, подожди! Дайте-ка мне молоток. Может, на скакалке попрыгаем? Да, Мила. Мы скоро. Сейчас самокат соберем. Теперь нужно присоединить раму. Правильно. Может, в мячик поиграем? Ага, все правильно. Вот так. Не хотите со мной играть, и не надо. Держите. Бей, пчеленок. Здорово получается. Привлечь внимание. Мила, привет. Что случилось? Почему ты такая грустная? Привет, Элина. Мальчишки совсем не обращают на меня внимания. Я им разные игры предлагала, а они даже не смотрят на меня. Не переживай, я знаю, что делать. Пойдем со мной. Ура! Скоро будем кататься! Так, закручивай, закручивай. Еще чуть-чуть, молодец. Уже похоже на самокат. Привет, ребята. Ага, Мила, привет. Что-то он не едет. Нужно сравнить с чертежом. Еще немножко нужно подкрутить. Мила, а ты чего такая нарядная? Вот теперь правильно. Давайте уже кататься. Подожди, надо же доделать. Классно получилось. Ага, как на чертеже. Здорово. Не расстраивайся, Мила. Ничего не получилось. Они все равно не обращают на меня внимания. Странно. Я поняла. Нужно сделать макияж. Тогда точно получится. Что сделать? Держи, сейчас увидишь. Вот, это точно поможет. Ай! Ну вот, покатались. Значит, мы что-то неправильно соединили. Все мы правильно сделали. Это чертеж неправильный. Кузя, нужно разобраться. Так, кажется, я понял, в чем дело. Ку-ку! Привет, ребята! Привет! Мила, ты в чем-то испачкалась? Опять клубнику ела? Ничего я не ела! Попробуй покрепче закрутить. Так, подожди, Кузя, дело не в колесе. Видишь эту ось? Вижу, ну и что? У нас такая же ось. Не совсем такая. Тут, смотри. Мила, это ты? Я не сразу тебя узнал. Почему ты плачешь? Что случилось? Мальчишки возятся со своим самокатом и совсем меня не замечают. А я и банты привязала, платье новое надела. Мама, макияж делала. Все делала, а они даже не смотрят в мою сторону. Мила, объясни все по порядку. С чем возятся мальчики? Они собирают самокат, но у них не получается из-за чертежа. Мила, кажется, я знаю, как привлечь их внимание. Пойдем со мной. Оп, оп. Ой-ой-ой, ай-ай-ай, ай. Опять, говорил же вам, что ось здесь ни при чем. Это чертеж неправильный. А я знаю, как собрать ваш самокат. Вот правильный чертеж. Мне его Корней Корнеевич дал. Стой, Мила! Мила, покажи нам свой чертеж. Мила, а давай с нами делать самокат? Давайте. Так, посмотрим. Ага! Вот так Мила поняла, что иногда привлечь внимание друзей помогают общие интересы. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Легко и высоко. Ой, девочки, я так наелась. Ой, я не верю своим глазам. Она что, собирается съесть целую ягоду? Сдается мне, что кое-кому надо меньше есть. Иначе кое-кто скоро вообще не сможет взлететь. Но и уж точно не сможет порхать так же легко, как бабочка. И так же высоко. Легко и высоко. Значит, надо меньше есть.
Летать легко и высоко. Летать легко и высоко. Здравствуйте, я за Лунтиком. Ой, приятного аппетита. Не стесняйся, угощайся. Пироги, пальчики оближешь. Спасибо, но мне надо меньше есть. Какой ужас, так ведь и похудеть можно. А я и хочу похудеть, чтобы летать легко и высоко. Поэтому я лучше бабе Капе помогу на стол накрывать. Мила, что с тобой? Бедняжка, совсем сил лишилась. Ничего я не лишилась. Я просто становлюсь легкой и еще к этому не привыкла. Привет, Кузя. Привет. Может, поиграем во что-нибудь? А скажи нам, вот ты так легко и высоко прыгаешь. Да, ты, наверное, мало ешь. Вон какой худой. Я много прыгаю и вообще много двигаюсь. Вот видишь, Мила, Кузя просто много прыгает. И ты куда? Прыгать. Ой. А что происходит-то? Я хотел Миле доказать, что ей совсем не обязательно меньше есть, чтобы высоко летать. Летать легко и высоко. Ой, ой. Летать легко и высоко. Ой, ой, ты не ушиблась? Хочешь землянички? Нет, я еще не такая легкая, как бабочки. А нам говорят, что если голодать, то сил не будет, и тогда не полетаешь. Мила, от голода вообще какая-то странная стала. Взяла и убежала. Может, найдем ее и уговорим поесть? Легко и высоко. Фух. Мила, а мы тебя искали. Я принес тебе нектар. Самый сладкий. Поешь. И ты тоже. Дразните меня нектаром, когда я решила есть меньше. Я-то думала, что вы друзья, а вы... Да что с тобой? Ты чего обижаешься? Я не обижаюсь. Я голодаю. Я хочу летать лучше бабочек. Легко и высоко. Что со мной? Я летала? Ты упала от голода в обморок. Ну-ка, открывай ротик. Как вкусно! Это варенье, но... Варенье быстро вернет тебе силы и настроение поднимет. Если мало будешь есть, скоро вообще летать не сможешь. Нет, я буду хорошо есть. Теперь мне гораздо лучше. Да, ты повеселела. И сил у тебя наверняка прибавилось. Ты будешь летать лучше бабочек. Смотрите, как высоко Мила теперь летает. И легко. Неужели наш совет ей помог? Для красивого полета у каждого свои способы. И хороший аппетит этому не помеха. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Красивая Клава. Клава! Клава! Кошмар! Это чудовищно! Просто ужасающе чудовищно! Безобразное поведение! Да, Клава, безобразное! Совершенно безобразно! Клава, безобразная! Клава! Безобразная. Как ты изумительно летаешь. А ты так обворожительно порхаешь. Какие мы все-таки изящные и красивые. Вот.
Клава красивая. Клава чудище. Мила, этот цветочек подойдет? Конечно, пчеленок, это очень красивый цветочек. Мила, ты тоже очень красивая. Ла-л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 а. Клава красивая, как Мила. Клава, ужас! Вот в былые времена, многоуважаемый Пискарь Иванович, я могла кружиться в вальсе, как пушинка, подгоняемая ветром. Несравненно. Вы и по сей день образец элегантности и очарования. Благодарю вас, любезнейший. Буду как тетя Мотя. Клава красивая. Клава. Клава красивая. Захар. Это не планас. Так Клава поняла, что она очень красивая жаба. Изящная жаба. Образец элегантности и очарования. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Кавалеры. Фу, какие глупые и невоспитанные. С такими манерами вы никогда не станете бабочками. Это еще почему? Потому что все бабочки-мальчики настоящие кавалеры. Кава? Что? Кавалеры – это те, кто умеет вести себя с девочками. Это как? Это когда ухаживают за ними, дарят цветы и делают комплименты. Что? Комплименты – это такие красивые слова, которые говорят, когда хотят сделать кому-то приятное. Вовсе, я хочу быть бабочкой. Да. А вы можете нас научить, как стать кавалерами? Как я рад был провести этот день в обществе таких прекрасных бабочек. Вы так очаровательны и милы. Позвольте вас угостить.
неправда! Я очень хорошо умею строить башни. Ты ничего не понимаешь в строительстве. И только зря целый день с нами споришь. Почему вы так говорите? Ребята, не ссорьтесь. Мила, не плачь, пожалуйста. Смотри, Пупси, еще одна девчонка. Сейчас потренируемся. Милая Мила, почему вы плачете? Разрешите подарить вам этот букет. Он так подходит к вашим глазам. Спасибо. Я хочу построить замок, а ребята говорят, что я не умею. Фу, какие грубияны! Не хотите ли отведать этого вкусного нектара? Спасибо. Ах, не стоит благодарности. Это просто удовольствие ухаживать за такой обворожительной божьей коровкой. Позвольте нам помочь построить ваш замок. Я не знаю. Соглашайся, Мила. С Вупсинем и Пупсинем. Мы научили их, как нужно вести себя с девочками, если они хотят превратиться в бабочек. Так что, Мила теперь будет играть только с гусеницами? Ну уж нет. Мила, давай украсим башню вот этим камушком. Не нужен ей твой камень. Мы лучше положим здесь вот этот цветочек. Мила, а давай построим рядом вторую башню. Какая еще вторая башня? Замок готов! Мы лучше пойдем потанцуем. Правда, Мила? Ой, сейчас будут танцы. Давайте подыграем, девочки. Но мы тоже хотим танцевать с Милой. Мы друзья Милы. Давайте танцевать вместе. Фу, какие-то друзья. А мы кавалеры. А ну, брысь, малышня! Мальчики, не ссорьтесь. Мы можем играть все вместе. Вот еще. Нам здесь никто больше не нужен. Мы кавалеры и скоро станем бабочками. Да, бабочками. А мне кажется, вы не настоящие кавалеры. Почему это? Деда говорил, что настоящие кавалеры вежливы со всеми. Со всеми? Почему вы нам сразу об этом не сказали? Вы нас просили научить, как ухаживать за девочками. Мы и научили. Эй, куда вы? Мы должны за вами ухаживать! Мы хотим стать бабочками! Учите нас всему остальному! Фу, какие грубые! И невоспитанные! Да, гусеницам еще многому надо научиться. Но мы-то можем быть кавалерами? Мила, ты такая замечательная! И нам так нравится с тобой играть! Прости нас, пожалуйста. Мы не хотели тебя обидеть. И ты очень хорошо строишь замки! Ребята, вы настоящие кавалеры! Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Пара. У вас здорово получается. Мы тоже так хотим. Этому сложно научиться. Тут дело не в учебе. Даже твоя сообразительность, пчеленок, может не помочь. Главное — найти подходящую пару. Ну, не знаю. Я лучший ученик в школе. Я бы и с пугалом научился танцевать. Что? Значит, тебе все равно, кто твоя пара? Ну и танцуй с кем хочешь, а я тогда буду с Кузей танцевать. Ну и пожалуйста. Я и так научусь. И дело тут не в паре. Отлично! Начнем сегодня же. Лунтик, помоги. Ты же всех в округе знаешь. Приведи мне кого-нибудь в пару. Кого? Кого угодно. Главное, чтоб пара была. Ну, начнем? Подождите! Лунтика еще нет. Я здесь. Я привел тебе пару. А? Ну, спасибо, Лунтик. Ой,
пчеленок, ты не так делаешь. Надо вот так поворачивать. Старайся, старайся. Ты уверен, что сам справишься? Конечно. Вы же мне все показали. Ох. Лунтик, учительница постоянно делает замечания. Нужен кто-нибудь поспокойнее. Вот, тетя Мотя, спокойная. Здравствуй, я буду твоей парой. Представляю. Получается. Тетя Мотя не подходит. Нужен кто-то пошустрее. Я нашел тебе более шуструю пару. О, привет. Только не это. Закончились. Спасибо, что пришла. А где пчеленок? Я тут. О, пока, Лунтик. Простите, что так вышло. Вы были правы. Без хорошей пары танцевать невозможно. Мила, я бы очень хотел танцевать именно с тобой. А я с тобой. Если честно, с Кузей у меня не очень получается. Да я вообще танцевать не собирался. Мила и пчеленок очень быстро научились красиво танцевать. Вот что значит найти хорошую пару. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Красота. Какая красивая бабочка. Цветочки, я и отдохну. Ох, не так легко быть самой красивой для всех. Сейчас переведу дыхание и полечу дальше всех восхищать. Привет. Ну посмотрите, на кого я похожа. Бабочка? Как же я теперь отмоюсь? Что? Нет, не смотри на меня! Отвернись! Закрой глаза! Как же я теперь всем покажусь в таком виде? Как мне вернуть мою красоту? Я могу отвезти тебя к пруду. Ты там смоешь всю грязь. Да? Нет, да? Не смотри! Веди меня скорее! Хорошо. Как же я теперь буду всех восхищать? Я тоже иногда пачкаюсь. В этом нет ничего страшного. Если я некрасивая, мною не будут восхищаться. А! Лунтик! А! Ой! Лунтик, ты чего ходишь с закрытыми глазами? А я тут веду. В прятки водишь? Я тоже играю. Подожди, дай мне спрятаться. Куда же она ушла? Все-таки она обиделась. Кузнечик ушел? А?
ты здесь? Не смотри на меня, отвернись! А? Пошли быстрее к пруду. Хорошо. Ах, не бойся, я их отвлеку. Лунтик, ты чего здесь стоишь? Да, тут наша трава, отойди! Не могу. Чего? Нет, не смотрите, на нее нельзя смотреть, нет. Это наша трава? Что с ней стало? Что это? Это ты сделал? Нет. А кто тогда? Да, ты тут один. Зато ты меня выручила. Ну и что? Лучше бы я чистая была. Где этот пруд? Он уже рядом. Мы пришли. Вот и пруд, только он внизу. А вдруг там кто-нибудь есть? Отсюда не видно никого. Ай, ай, ай! Кузя? Ой! Что ты тут делаешь? От тебя прячусь. Не думал, что ты так быстро меня найдешь. Ты победил. Вытаскивай меня. Держись, Кузя. Ай, 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 я падаю. Сними меня. Сейчас, мне не достать. Подожди, Кузя, тут бабочка есть. Она может тебя снять. Нет, Лунтик, не уходи. Снимите меня, я упаду. Бабочка, помоги. Ты же можешь взлететь и поднять Кузю. Не могу, я не хочу еще кого-то пугать. Помогите, кто-нибудь, Лунтик, бабочка. Кузя может упасть в пруд, он не умеет плавать. Нет, не могу. Лунтик, бабочка, вы где? Кузя! Что случилось? Кто кричал? Держись, держись, держись. Что это? Страшилище, отпусти меня. Кузя чуть не упал в пруд, а бабочка спасла его. Ты бабочка? Да. Только я сегодня некрасивая. И никто теперь не будет мной восхищаться. Но ты совершила очень героический поступок. Да, я восхищен. Вы восхищены? Но я ведь некрасивая. Ты же меня спасла, это самое главное. Молодец, бабочка. Молодец. Вскоре бабочка стала такой же красивой, как раньше. Даже еще лучше, ведь теперь ее украшал еще и хороший поступок. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Вредина. Отпусти сейчас же. Слабаки! Привет, Пупсень. А? Ой, здрасте. Хулиган. Марго, хватит прихорашиваться. Ты и так красавица, летим. Красавица. Пупсень, а я симпатичный? Да просто красавец! Правда? Ой. Ага! А еще самый умный, ловкий и быстрый. Только почему-то этого никто не замечает. А что это тут у вас происходит? Конкурс «А ну-ка, парни!» Победит самый лучший. О, это я! Самый-самый-самый! Пупсень! Записывайте! Я буду участвовать! Только не забудьте добавить вишенки.
по итогам всех конкурсов победил Кузя! Ура! 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 А ты говорил, точно, ты самый-самый! Эй! Ну, ты зато самый сильный! А, не понимаешь! Красоту испортил, а я так старался. Ступай, букашка, я в печали. Пупсень. А? Маргарита. Давай с тобой дружить. Дружить? Со мной? Правда? Конечно, правда, ведь ты такой... Красивый? Не. Умный? Не-а. Сильный? Ты такой вредный. Прям как я. О, хулиганы! Сейчас же перестаньте! Что вы делаете? Ух, я вам! Обитатели леса бежали в рассыпную, завидев эту веселую, но очень вредную парочку. Правда, Пупсень очень быстро понял, что если дружишь с врединой, надо быть готовым к любым сюрпризам. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Горошек. Ах, какое хорошенькое платьице. Такая веселенькая расцветочка. На солнце так и сверкает. А платьице в горошек уже давно никто не носит. А какие носят? Такие, как у нас, конечно. Однотонные. Уж мы-то знаем, что можно носить, а что нельзя. Мила, привет! Это что, игра такая? Никакая это не игра, Лунтик. Я себе новое платье делаю. Подержи-ка. А как же твое платьице в горошек? Ведь оно такое симпатичное. В горошек давно никто не носит. Почему ты так решила? Бабочки сказали, им виднее. Ведь они такие нарядные. А мне все равно твои горошки больше нравятся. Дедуля! Что, Лунтик? А у тебя есть какая-нибудь одежда в горошек? А как же, мой любимый галстук бабочка. Значит, бабочки тоже бывают в горошек? Конечно, бывают. Дай мне поносить этот галстук. Спасибо, дедуля. Ух ты, какой галстук! А почему ты его раньше не надевал? Раньше не нужно было. А сегодня бабочки сказали Миле, будто одежду в горошек уже никто не носит. Так вот пусть увидят, что носят. И Миле приятно будет. Ага, тогда и я надену что-нибудь в горошек. А я еще кого-нибудь уговорю переодеться. Точно! Поддержим Милу! Дядя Корней, дайте мне кисточку, пожалуйста. Я ведерко покрашу. Крась, дело хорошее. А почему именно в горошек? Разве вы не знаете, дядя Корней, что теперь все носят что-нибудь в горошек? Ха, надо же, действительно носят. А? У меня же где-то был старый зонт в горошек. Мы что, хуже других, что ли? Я тоже хочу ходить в горошек! Не ной, что-нибудь придумаем. Гляньте-ка на эту растяпу в стареньком платьице. Ой, Корней Корнеич, а почему это вы с таким зонтом? Разве вы не знаете, что теперь все носят что-нибудь в горошек? Смотрите, и гусеницы в горошек. А?
что-то делать. А такое носят? Что ты? Сними это немедленно. У тебя чудное платьице. Ты что, не знаешь, что сейчас все носят одежду в горошек? Они! Летит, прячемся. Лунтик, представляешь? Бабочки хотят одеваться, как я, в горошек. Я же тебе говорил, что твое платьице очень симпатичное. Лунтик, какой у тебя галстук? Привет, Мила. Ой, и у вас тоже горошки? Конечно, сейчас все носят что-нибудь в горошек. Странно, а у нас в клеточку. На самом деле не нужно стараться носить то, что носят другие. Главное, чтобы наряд нравился тебе самому.